Всемирный день шоколада отметили в Севастополе. Сладкий праздник прошел на базе экопарка Лукоморье. Для гостей мероприятия работали 8 тематических зон. Так, на разных площадках шоколад ели, соревновались за него в викторинах, раскрашивали глазурью пряники. И не только. На фестивале шоколада можно было не только попробовать его, но и сделать себе самый настоящий боевой раскрас. Ключевой темой на празднике стала история шоколада, которая тесно связана с древнейшими американскими племенами. Здесь можно было не только пострелять из лука, но почувствовать себя в роли настоящего индейца. История шоколада берет свое начало еще со времен племени майя. Ему уже около 3000 лет. Сегодня на фестивале можно было попробовать самые разнообразные виды лакомства, начиная от самых первых рецептов с использованием перца чили, так и до новинок – сало в шоколаде. Шоколад по-ацтекски с солью и перцем пришелся нам не по вкусу, а десерт с салом – блюдо на любителя. Однако ничто не испортит вкус веселья на празднике. Равнодушным фестиваль не оставил ни детей, ни взрослых. Мне очень нравится, что люди пришли. И значит, очень много любителей какао в нашем городе. Успел поучаствовать в каких-нибудь конкурсах или попробовать шоколад? Прянички. Участвовал в одном конкурсе. Прянички, скажи. А что ты делал? Расскажи. Прянички украшал. Очень весело. Ты в каких конкурсах уже участвовал? Я в четырех конкурсах я пробовал коктейль. Я был вот на виртуальной реальности и делал себе пряник. Мы пришли покататься в парке и попали на праздник шоколада. В общем, очень весело. Дальний Восток, город Тында. Мы в восторге от вашего праздника. Нам все очень нравится. Все классно. Очень круто. А что здесь больше всего понравилось? А вот. Вот вкус это шоколада. Самое главное, что там все вкусно, сладко. Вообще обалденно. Все очень спасибо. Круто. Мероприятие собрало много сладкоежек. Такого количества посетителей не ожидали даже организаторы. Я думал, что в городе у нас много любителей такого вкусного сладкого шоколада, но не ожидал, что именно в будни придет столько людей, чтобы вместе с нами отпраздновать такой большой для нас праздник. Ярких красок празднику добавила концертная программа с участием творческих коллективов города. Юлия Ефремова, Деливер Меджидов, информационный канал Севастополя.